свое выступление на кастинге Илья Григорьевич посвятил ушедшей маме и как будто погрузил нас всех в настоящую зимнюю сказку. А еще он получил много положительных оценок от нашей уважаемой судейской коллегии. Переволновался уже последнюю ноту, там чуть-чуть не додержал их. Мне кажется, сейчас как раз настал тот момент, когда из солиста хора вы можете превратиться в великолепного сольного оперного исполнителя мирового уровня. Я не был уверен абсолютно, что я пройду. Поэтому, когда назвали, конечно, обрадовался. Илья Григорьевич Остров. Красивая женщина выбрала меня. Александра Гайдук. Это для меня была двойная радость. А в вашей жизни есть любовь? Ну, я вообще о личной жизни не хотел бы. Это должно быть свое интимное. Дело в том, что вот то, что в моей жизни произошло, это в основном по причине моих каких-то представлений на жизнь. То есть я, например, до очень такого зрелого возраста вообще не собирался жениться. У меня были очень хорошие женщины, девушки. И, к сожалению, я их обижал, то, что я не делал вовремя предложения. Мы расставались. Когда станет мое одиночество вещью, запишу я себе в дневник. Все, что лучшее в мире, исходит от женщин. И все худшее – от них. Но потом в один прекрасный момент уже в зрелом возрасте понял, что хочу детей. Жениться не хочу, а детей хочу. И вот это меня подвигло на то, чтобы жениться все-таки. А вот мы с детишками, с Мишей и Даником, еще где-то мы в гостях. Я еще не старый, и они малые совсем. Я, к сожалению, обидел много женщин. Ну, немного, но достаточно. Особенно, что связано с рождением детей. У вас есть небрачные дети? Нет. Если бы они появились, я бы был бы рад. Но, к сожалению, бывало такое, что они не появлялись. В том числе по моей вине. Вот это вот, я считаю, главные мои грехи по жизни. Хотя сейчас я вроде и человек неплохой, и ко всем хорошо отношусь, и стараюсь, все. Но искупить это очень сложно. Сколько мне еще на свете маяться, грешить и каяться, грешить и каяться. Но сегодня вы можете назвать себя счастливым человеком? Нет таких людей, которые во всем счастливы. Есть два сына, и все прекрасно. В этом плане я на жизнь не обижу. Еще детей бы хотел, но уже не знаю, как получится. Ну, так вот. Эта песня там о любви ничего нет. Там просто о радостном настроении. И в таком человек просто радуется жизни. Илья Остров. Я аж мурашки побежали, боже мой. Очень красиво. Нагила, Хава, Нагила, Венис, Мехава. Очень сильные ноты, да. Хава, Нагила, Хава, Нагила, Хава, Нагила, Венис, Мехава.
Урваги, урваги, урваги бальцаме. Илья Григорьевич, я даже не представляю, вот как будут наши уважаемые судьи, не завидую им, оценивать ваше выступление. Я вот заранее соглашаюсь с Владимиром Березиным, что публика навсегда права. Ее не обманешь. Очень стильный номер. Показали диапазон огромный свой. Такие внизу ноты, которые, знаете, срезонировали у меня в груди. Вот, вот это все мясо вокальное. Ну, все сложилось. Браво. Спасибо. Правильно Вика говорит. Браво. Даже брависсимо. Низ, конечно, сумасшедший, когда вы начали эти нижние ноты. Потрясающе, да. Ну и весь. Просто не каждый этим владеет. Вот в чем вот, дело. Да, это редко. Это редкость. Ну, у нас же были уже в этом проекте артисты, которые имеют классическое образование, но не выдают так, как надо выдавать. А вот этот мастер молодец. Десятка. Век бы глаза не смотрели. Ну, вот сидел бы и слушал. Конечно, эмоции переполняют. И вы видели, что вы с нами сотворили. Сам не ожидал. На не самом деле, вы уже как-то нам давали понять о том, что вы не просто так сюда пришли, что все-таки вы настроены на серьезную битву. Я сейчас посмотрел всех участников и скажу, что конкуренция бешеная. Вы засиделись в хоре. Вам нужно сольно, срочно, просто готовый артист. И я просто мечтаю исполнить с вами как-нибудь. А я как мечтаю. Дуэт. Да. Все-таки я же по первому образованию тоже академическая певица. У нас, я надеюсь, получится. Обязательно получится. Илья Григорьевич, таки да. Убедил. Звезды сошлись, и вы в нужном месте, в нужное время и по нужному поводу. Теперь точно, когда мы будем после ваших выступлений бороться в нашем жюри, у каждого же свои любимчики есть, я буду с Сашей в одном ряду. Поэтому знаете, что я буду всегда за. А поскольку я представитель зрителей, то я, как зритель, как всегда, прав. Слышите аплодисменты? Я не в одиночестве. Спасибо всем огромное.
Не жалеете, что ступили вот из большого театра хора, ну вот «Фактор Бай»? Ну, я как бы на двух стульях сижу. Я оттуда еще пока не... И даже уверенно, да. Я знаю, какой стул будет все-таки в итоге. Спасибо огромное. Поздравляем с удачным выступлением. Спасибо большое. Так и да, так и да. Алло, алло. А вы волновались? Я волновался, я уже к концу думал, все, не пойду. Да, волновался.